Короче, сижу такой на солнышке, греюсь, да? Думаю вот о работе, о жизни в Греции. За 4 года моих, то, что я здесь прожил. Здесь кризис в стране. Перспектив мало. Работаю круглый год, но, как обычно, этого не хватает. Учиться ты не можешь пойти. Поступить это очень дорого стоит. Некоторые в Грецию, вот смотрю так в Ютубе, да, там в основном девушки, женщины рассказывают. Конечно, если ты приехала сюда одна, женщине намного легче найти работу официанткой там, или еще жениха себе нашла грека, вот. И потом она вот сидит в Ютубе там, делится своими комментариями, что вот, тут-то классно вообще, зашибись. Конечно, классно, когда ты за грека там вышла. Или ты просто приезжаешь сюда там и работаешь сезон и уезжаешь. Вот. А так вот, если ты приехал с семьей, жить, работать, это очень тяжело, эти документы сделать. Потом найди работу. Это вообще такой вот паника, можно сказать. Здесь, да, хорошо в том, что там пища классная, вот. Климат хороший, солнечно, тепло. Люди классные, отзывчивые, добрые. Ну, не все. Как обычно, как везде. В принципе, страна Европа такая. Тут и греков этих нету. Они сами все поуезжали за границей большинство. Вот. Работают здесь вот такие вот иностранцы второго сорта, как мы вот сюда приезжаем. Русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины, тут албанцы. Это кого, кто хочешь здесь? Негры, пакистанцы. Сброд, короче. Это просто чисто так, вот я вчера смотрел, чисто случайно наткнулся, что вот рассказывают про Грецию, там, шоколад такой. Ничего здесь не шоколад, ну поработал ты сезон там, в основном-то сезон, ты если сюда приехал первые года, ты вообще по знакомству будешь шариться, искать, может быть, какую-то очень трудную работу ты найдешь официантом, как какую-то там, самая распространенная официант, если ты знаешь язык там. Или же распространенные, это здесь без языка, это уборщик, посудомойщик, кто там еще, официант, вот, помощник, и то, помощник официанта, не официант, а помощник, войфос сервиторус. Вот это самые три распространенные работы, стройки здесь нету, забудьте, кто думает, что там можно приехать подшаманить что-то там сварщиком, либо там каменщиком, нет, такого здесь нету. Здесь все, что связано с пищей и гостиничные, туристические вот эти комплексы. Вот это да. Это ты найдешь работу себе. Опять же, на сезон там. Вот в этом селе, допустим, сезон в маленьких гостиницах, это 3 месяца, 3,5 летний сезон, да. В больших гостиницах это 5 месяцев сезон. Вот. И все. И гуляй потом. Это если ты первый год приехал. На второй год, если ты пойдешь работать, ты можешь уже выйти на Томио Энергиес, это по безработице. Ты можешь уже потом на второй год получать по безработице пол своей зарплаты, но опять же, только 3 месяца. Вот, а в году у нас 12. То есть ты проработал, грубо говоря, там 5 месяцев, 3 месяца ты получил пол зарплаты. Вот. А что еще делать 4 месяца? Тех, кто не работает круглый год. А это тяжело, а если ты с семьей, это вообще капут, считай, можете даже сюда не собираться. Самому, да, если студентом какой-то, без семьи, можешь приехать, да, там, попытать счастье, может быть, получится. И то, если толково, если ты язык знаешь, руки стоят, там, не боишься работать. А если будешь тут, как сказать, перебирать, тут перебирать нечем. Здесь сами греки трудятся, как собаки, как мы. Приезжаем, по 12 часов работаем. Вот так и греки работают, чтобы выдержать. Просто они уже привыкли к этому ритму, что сезон. А наш приезжает, думает, я за границу приехал, сейчас буду я евро здесь лупить. Нет, ты евро здесь не будешь зарабатывать поначалу. Это очень тяжело. Очень. Я работаю по 12 часов в сутки.
12 часов. И зарабатываешь, да. А по-другому не получается. Вот. Ну и то. Я в этом городке уже четвертый год, и я нашел вот с трудом, чтобы вот так вот была работа круглый год. Так что, ребята, я не знаю, кто там вам, кого вы смотрите, каких ютуберов, что Греция, там, шоколад. Я говорю за не остров, да, а именно вот Салоники, Македония, вот этот вот, вот эта часть. На островах там другая, может, история. Там, может, сезон и 7-8 месяцев. Но, опять же, если вы там по визу, по безвизу приезжаете, вы же не будете брать здесь там, знаете, по безработице. У меня, допустим, вид на жительство, я здесь беру по безработице, там всякое вот такое. А если ты приезжаешь просто на украинском паспорте, да, вообще забудь. Забудь и не суйся даже в эту Грецию. Но это чисто мое мнение. Такое. Так что вы уж извините, я просто вот развеять такой вот маленький экшен. То, что в Ютубе некоторые показывают, что жизнь тут прекрасная там. Она прекрасная, да. Прекрасная, когда у тебя есть кэш. Когда есть кэш, везде прекрасно. Да. Супер. Супер, сынок. Молодец. Вот когда кэш есть, тогда вот вам классно. А природа, да, тоже классная, но она же ж в карман тебе денег не засыпет. И на хлеб не даст. Не расстраивайтесь, пробуйте. Но это просто был мое личное мнение. И все. Хотите в Грецию? Приезжайте в Грецию. Всем пока.